Бороться с коррупцией тяжело, потому что да, попробуйте побороться с коррупцией даже на территории собственного двора или собственного подъезда. Ну, давайте так, есть маленький пример. По-моему, в Азербайджане или в Армении ездили наши юристы и были поражены. Убрали определенную коррупционную составляющую, сократили время на регистрации предприятия. Все это делается онлайн. $50 заплатил, сделал. Убран человеческий фактор. Количество разнаряда, которые спускаются, дают уже огромный путь к манипуляции. Несовершенство законов. У нас все законы, все, что я говорю с юристами, абсолютно четко. Они построены по принципу туда-сюда. Их можно повернуть, а, соответственно, всегда можно инициировать. Коррупция неискоренима, пока мы сами не изменим законы. Но даже сами юристы говорят, ну так же легче жить. Заплатил и пошел дальше. А я так не хочу жить. Но, к сожалению, боюсь, что придется, потому что никто не хочет с этим бороться. Ни низ, ни уж тем более серединка, которая этим питается, ни верх, которому просто лучше не трогать ничего, чтобы не поднимать это болото.